А куда исчез император? Вот вопрос так вопрос. Смотрите, императора нет, а вместо него, вместо этого уникального памятника мы видим вот эту ерунду, да? Нормально, мы пришли на императора посмотреть. А вот он у нас, император, за столбами прячется. Ай-яй-яй-яй. Но какой хороший, красивый закат. А мы идем любоваться уникальным историческим событием. Что там натворил сынок какого-то очередного главнюка иркутского? Тут царя нам пытались свергнуть. Знают ли об этом не иркутяне? Посмотрите-ка. Красота! Как он сюда въехал, придурок-то этот. Вот смотрите, он оттуда несся, вот оттуда. Вот. Въехал вот прямо сюда в постамент. Этот дебил. А почему его не вынесло-то? Вот, а там дальше-то ангара. Постамент поцоканный, покоцанный, да. Здесь все так. Ну, разбил он только одну ограду. Это самая малая потеря. Речь немножко о другом. Да, кстати, ну вот, ну совсем маленько ему не хватило, чтобы пробить вторую вот эту вот оградку и вылететь он туда, вон, к чертовой матери, вон гору прямо. Как бы я порадовался. Плохой я человек, злорадный. А злорадный я потому и ненавижу я вот этих. Потому что, ну смотрите, какое счастье, что меня здесь не было, что вас здесь не было, что женщины с ребенком не было. Что утро это какое-то было, хотя утром бегают люди, ходят, ездят. И вот эти твари, а их очень много на улицах Иркутска. И нету на них никакой управы практически. Ну, отделается он штрафом каким-то, сделает оградку. А речь-то ведь не об ограде сломанной. Речь о системе взаимоотношений хамов с людьми, о системе унижения хамами, вот этими зажравшихся начальников, детишек их, по отношению к людям, ко всем окружающим, к городу. Вот что страшно. Это никакими деньгами, никакими штрафами не оправдать, не окупить. Закат вот такой вот красивый сегодня. Это ангара. Вечер. А помните такую песню? Те, которые не иркутяне, наверное, слышали. Навстречу утренней заре, по ангаре, по ангаре. Вот она, наша ангара. Кстати, ну, течет еще пока. Еще пока Байкал не выпили и не продали весь. Хотя то, что творится уже там на побережье Байкала, это отдельная больная тема. И тем не менее, Байкал еще пока вода есть. И ангара еще пока течет. А вот я видел фотографии реки Волги. Кстати, я там был 10 лет назад, больше чуть-чуть. Я не смог в Волге купаться, между прочим. Вот такая беда. В ангаре нельзя купаться, потому что холодно все-таки. Даже летом мало кто отваживается купаться в ангаре, потому что холодно. А в этих речках Средней России сейчас уже нельзя купаться, потому что, ну не знаю, я в Волгу так и после ангары не... Ой, дядька бежит совсем голый. Как интересно. Пойдем с ним поговорим. Аленка, хочешь с тобой селфи сделать? А он вот всем хорош, дядька, но неадекватный, по-моему. Да?
Нам... Местного человека пускай Москва знает. Нам что-нибудь расскажите. Здорово! Здорово! Не ботай, нельзя! Не ну как это? Вообще ну не тогда и ну все, тогда ухожу. Странный товарищ. Я хотел тебя прорекламировать вообще. Куда, куда? А, в Москву, куда Москву? Угодно, да. Володьке? Володьке и Димке, и Димке. Он шамана закрыл с Якутии, он сюда шел с телегой пешком. А не хочешь добежать до туда вот так и там это дело шамана доделать до конца? Не надо. Не надо, ну ладно. Прокатки, потому что мусорские. Котеныши, мы их скоро опрокидывать будем. Ладно, счастливо. Ты иркутянин? С Ангарска. А, прибежал с Ангарска, так? Конечно, Хросиков. Отлично. Иркутск – чудесный город. Господи, ну как отсюда уехать, а? Как из этого дурдома сбежать? Как с этой подводной лодки? Куда денешься? Вы что, добрые, хорошие люди. Навстречу утренней заре, по Ангаре верят девочки в трудное счастье, и с пугнем их не должны пугать. И звезды падают, 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 и любуются, и не придет. А река бежит, зовет куда-то, плывут сибирские девчата. Навстречу утренней заре, по Ангаре, по Ангаре, навстречу утренней.